Привет, с вами Крошик Дэй, и сегодня будет рубрика «Распаковка». Первое, я хочу открыть вот этого медвежонка. Давайте посмотрим, что же это. Так, тут медвежонок какой-то. Посмотрите, какой тут милый розовый мишка. Вот такая вот тут палеточка мишка. Тут такие яркие цвета. Попробуем накраситься. Вот так вот я накрасилась, а если вам нравится, пишите в комментариях. А мы приступаем к куколке. Вот, я уже вижу пакетики. Видите, тут вот два пакетика. Давайте их откроем. Что же там? Интересно. Вау, это, наверное, какая-то... О, посмотрите, это можно наливать чай. Класс. Давайте следующий пакетик откроем. Следующий пакетик желтенький. И тут слайм. В пакетике мне попался вот такой вот желтенький, красивенький кинетический песок с слаймом. Так классно он чупается. И когда растягиваешь, как будто паутинку. Тут есть вот такая вот инструкция. С одной стороны написано, какие куколки могут попасться. А с другой стороны инструкция, как все делать. Ну что, открываем саму чашечку. Итак, открываем. Тут есть замочек золотистый, и до него надо потянуть. Я открыла, и тут вот такая вот чашечка. Открываем вот эту деревяшку. О, и тут вот такой вот большой пакетик. Наверное, тут куколка. Давайте его откроем. О, посмотрите, какая я милая. Мне попалась вот такая куколка с маской. И тут еще есть вот такой вот пакетик чая и сахар. Чего? Наверное, я читала по инструкции то, что этот пакетик надо растворить в воде. Идемте за водой. И я узнала то, что этот сахар — это бомбочки для ванны. Сейчас заварим чай. Так, наливаем водичку. И самое интересное, опускаем пакетик в чай. Там уже какая-то магия. Я убрала пакетик, и тут реально появилась одежда. Смотрите, какая красивая. Чаек мы заварили, и сейчас будем кидать туда сахар. Вау, это бомбочка для ванны. Класс. Нам попались вот такие вот миленькие браслетики. Итак, это все то, что нам попалось в этой чашечке. Куколка, ботики, платьичко красивенькое, маска, браслетики, чашечка чая с чашкой и сама большая чашка. Давайте оденем нашу куколку. Вот такая у нас девочка получилась. Так, налью-ка я тебе чай. На, попей. И я тоже сама попью. Вот такая у нас получилась чайная вечеринка. А если вам понравилось видео, ставь лайк и подпишись на канал. И всем пока-пока! И не пропускай наши новые видео.